Хотелось бы напомнить из прошлой серии, что отныне Ферит и Назлы вынуждены работать вместе. Несхожесть характеров и упрямство еще больше усложняет их сотрудничество. Денизу не понравилось вмешательство Ферита в это дело. Он начинает искать пути, как бороться с Феритом без ведома Назлы. Ферит и Назлы сближаются, а Демет отдаляется от Хакана. Хакану не нравится отношение жены, поэтому он начинает показывать темную сторону своей натуры. А посмотреть очередную 13-ю серию турецкого сериала «Полнолуние» на русском языке вы сможете 27 сентября. Всем спасибо за внимание, до встречи, ребята, и пока!